пытается. Да, он по-всякому что-то каждый раз по-разному там что-то пытается сказать. Мне же самому интересно, что он скажет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Реактор и Паха. Привет всем. Обзываешь? Шелковист. Шелковый. Да, шелковый путь. Так, ну не знаю, противника вообще нигде не видно. Это что за пукалка была? Я думал, сейчас выстрел будет такой, что разнесет все. О, смотри, смотри, видишь этот мост? А мы если вот так справа по нему прыгнем и на базу прилетим? Не знаю, давай попробуем. Давай. Это пулемет. Ну, так. Да, ну ты за пулемет. Справа от нас. Во, спалил, вот здесь чувак справа от нас. Слева. Вау. Да, он стрелял. Да, давай за ним, он там крутится. За горки. Давай. Да еду я. Ты у нас вроде чинюка. А не, вон он где. Не убежишь, убил, Аня. Там где тот? Вон за этим, да. Хера. Да, одного, да. Там танк едет. Валим. Я им еще дам сейчас чуть-чуть. А тут перегрев что ли есть или что? Ну ты че там? Выровни. Сейчас. Лагаешь что ли или че? Вау, у тебя крупный калибр. Да. Давай. Да че ты делаешь? Попал в нида. К нему не только мы, короче. Готов. Один готов. Следующий. Мне бы починиться. Я чинилка, по-моему. Да, ты чинил. Давай отъедем чуть подальше. Давай, я подлекаю. Ну да, вот так. Так, подожди, вот. Все, чини. Я чиню. Ну и я починю. Все, погнали. О, кто-то на мотике рассекает. Где? Опа, танчик. Вон, теперь заедем. Вон. Вау, ты куда? Да где? Там я не вижу, у меня дуло это сдирается, короче. Вот здесь слева. Вон он побежал. А, блин. О, видел, какая у меня писюлька есть еще. Стреляю. А вот такая. А у меня что есть? Мне ничего. Меня на Е это переключает. Вот здесь где-то чувак бегает. Да. Не, я на Е вообще вышел сейчас. Ну у тебя... О, там стоит. А, подлагивает. Готов. Херачик куда-то может. Вот здесь еще один. Вижу. Убил. Маорик. Ух ты, тут... У самолета классная, у вертолета классная пушка. Казарм. Лутаем? Да, здесь. Мотик. Вот эта зенитка мне не нравится. Уничтожим. Опа, справа где-то. Слушай, справа вот здесь. С горы. А вон, спалился, чувак. Все. Выходим. Мать моя женщина. Блин, я не заковырял его. Чуть-чуть осталось доковырять. Ух ты, 4-0, у меня счет был, слушай. А у меня? Коробка говна. Да. А что, я тогда не убил, что ли? Это я убил. Ну, значит, мне помощь была. Ну что, давай. На мотоцикл. Ну давай я. Давай хочу... на меня нажимай. Ну ты появись сначала. Да, все, давай на меня нажимай, все, погнали. Все, ты со мной, да? Да. Вау, я со снайперки на мотоцикле буду стрелять. Вообще удобно, наверное. Да, вообще. Там с... легкую попадешь все. Конечно. Все просто валятся. Как-то сервер пролагивается, что ли? Да, все. О, чуть произошло. Ты видел, как колесо отвалилось? Да ну нахрен с тобой. Вообще не знаю, я такой пенек влезал. Давай дубль 2 кадра один, еще один. Вот тут появимся. Ну давай. Все. Поехали. Давай. А блин, не к тебе. Не ко мне? Нет. Ну погнали, ладно. Вон, чувак. Все, погоди, еще меня убили. Как раз, прикинь, тот же убил. Давай. Кто нас убил тогда. Быстрее давай. Лагучий сирок. Тайсон. Давай. Дислокация. 1-0. Да, начать. Все, давай. Оп. Опа. Вот здесь меня, кстати, убили. Да? Да. Куда погоним? Погнали. О, вон там что-то, смотри, там. Угоняем. Отойди, блин. Ты я уж испугался. Да, я под него залетел. Ты там
Ты водить, ты где учился? Вон, смотри, чувак, спереди, прямо, по курсу, прямо. Блин, зазря у тебя это, снайперка. О, здорово. А, вон, вижу его. Не тряси. Вон, прямо. Почти попал. Опа, не давануло, ничего. Нет. Давай назад. А, он меня убил, блин, я хотел это... А я-то думаю, что ты не едешь? Бери снайпера, будешь сейчас мотоцикла стрелять. Снайпер, нормально, быстро. Сейчас я его загашу. А, смотри сам, я сейчас полечу на самолете. Убил его. Да? Маорик. Я же снайпер. Я на самолете полетел. Ты давай здесь твой этот стоит. Мотик. Я тебя... Да ладно, возьми, я тебе его оставляю. А, спасибо, какая честь. Просто какая честь. Я супер-пупер снайпер, вы чего от меня хотите? Я могу и на мотоцикле. А вот если бы я чуть-чуть выше взял, я бы в него попал на ходу. Был бы прикол. И попал бы это в самый лучший момент в летсплее, часть вторая. О, как мотиком тяжело управлять. Вау. Как тяжело-то. Ни разу не катался на мотиках в батле. По-моему, чересчур. Нет, там легко им управлять еще. Не тяжело. А он стрелять умеет, нет? А он нет. Такой бред. Пойду с трамплина прыгну. Где мы хотели с тобой на танке разогнаться. Вау, танк, привет. Спокойно, не надо меня стрелять. Трамплин. Что-то мне, по-моему, колесо прорвали. Давай, разгоняйся. Давай. Ой, туго он поворачивает. Ой, вообще. Вау. Говно полное. Где ты его откопал? Он, по-моему, бракованный. Оба, по мне тут самолет ударил. А здесь этот рычаг управления есть. Ну, блин, я только на трамплин заехал. Приятный, да, звук? Ваша команда выиграла. Что-то с ноль мы выиграли их вообще, смотри. А здесь уже этот, отнимаются очки. А, точно. Ничего, я чуть-чуть... Я одного завалил. А мы, как всегда, вдвоем идем. Так, где? Ну-ка. Ну, я 4-4, хотя полис остался. Ну, я тут на больших картах. Я второй раз буду играть что-то. Ну, я сам тут вообще на больших картах как бы не игрался. Вот, и особо всех тонкостей не знаю, чему тут как бы. Знаю, что здесь снайпером вообще хорошо играть, но это когда сладкая команда, всякая другая ерунда. Но не здесь, здесь, короче, это сложно. Когда он не коцанный вообще человек, тут со снайперки раз попал. Ну тут снайперка еще начально говно, помню. Ну да. Здесь надо оторваться от прицела, перезаряжать ее, скользящий затвор. Ага. Хреново. Там потом у тебя ДМР откроются снайперки, это такие, которые полуавтоматы. Ну тогда все, трындец им будет. Нет, они слабенькие, у них прицел ложовый, у них нет многократных прицелов, по-моему. Вот это вот я ни разу не игрался, гуйлинские пики. Это, по-моему, идет в дополнение, как же она, Вьетнам, по-моему. Не Вьетнам, а какое там дополнение? Ну-ка сейчас верну игру. China Racing? Да, China Racing, точно. China. China? Да. Давай на вертушку, на касатку. Да погоди, я еще не появился. Зря ты, я полетел на касатке уже. Офигеть я. О, у меня уже справа сидит стрелок. И слева сидит стрелок. Тут касатка вообще решает, короче. Это тут Вьетнам дополнение, как вообще классно. Это тут карта вот эта как с Battlefield, Bad Company, типа того что-то. Ну я не играл в Bad Company. Ни в каком виде. Ребятки слева, справа, то есть. Ты кому говоришь? Ребятки, давайте. Не знаю, здесь где-то общий чат есть. Может, они меня слышат. Им бы стрелять бы. Опять захват? Угу. Да когда я появлюсь? Ты там сейчас пол летсплей поиграешь. О, блин. Уже. Меня с этого, с трубы убили, короче, с РПГ. Я бы сказал тебе сейчас. Лузер. Да я, короче, это... Да, не отмазывайся. Да я упал. Скажи просто, ты сам разбился. Поехали на мотоцикле. Конечно.
Сам чей разбился и свалил там на игрока. Нет, нет, я свалился вниз, короче. Ну вот, все. Ну, я тебе это и говорю, я свалился вниз. Ну и все, и ты упал, разбился. Нет, не упал, не разбился. По мне еще с РПГ уебали разок, короче, хорошечечко. Вот так вот. Так что я не просто умер. Так, ну я появился. Тайсон. Давай. Я тут по каким-то этим еду. Эх, ты появился, у меня аж мотор это качнуло весь. Нихера я жир трес. Да-да-да. Трясожир. Вот он, вот он, вот он, вот он. Опа! Я попал, нет? Я одного убил. Ну, вот, с тобой не интересно. Я одного убил, че ты стыкуешь? Все нормально, все, все в ажуре. А ты еще бегаешь? Я живой, да. Я убил одного. Дислокация 3. Вон, 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 чувак. А че, я все равно умер. Начать. Есть, есть, одного убил. Я зашел, я появился. О, полегче, меня не стреляй. Где все, где все? Где чувачки, где противники? Давай, давай за мной, на Г давай. Давай, а ты где? А, вон, ты зеленый. Лаймовский порнище. Чувак, впереди, давай, убивай, убивай. А, меня заковырял, там еще один был. Да почему именно меня надо убить, а? Я двоих уже убил, слышь. Черт, меня надо тогда... Да, написали в чате. Давай, давай, на, появляемся, на. А? На, давай, появляемся. А я на А вроде. Давай, вдвоем, вдвоем, на, пошли. Ох, тут какая-то пальба идет мощная. Не, вообще в горке засесть какой-то. Я пошел на точку Д. Сам говорю, на А, на А. Ну, я на А появился и побежал на точку Д. А, давай, за тобой только приблизительно метрах 20 даже. Здесь как-то темно, ни хрена не видно вообще, что происходит. Включи фонарь, елопало. У тебя фонаря нет? Я не знаю, как он включается. А там же в центре есть эти кнопочки. Так, куда нам? Как думаешь, а? Да надо. Я думаю, налево. А да пойдем. Вау, горочка. Вон, 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 вон. Ковыряй его. Ух ты, он с РПГ стреляет. Блин. У него классная пушка, он меня убил. Еще один. Блин, не успел. Russian Federation. Зашел сбоку. Так, ну чё, где на Б? Давай на Б попробуем. А захватили у нас, потому что. Так, где Тайсон? Тайсон. А Тайсон бежит. Я чё, могу твоим глазам видеть? Да. Фига себе, круто. Новая технология. Да. Пошли на Д тогда. Там серьезные ребята. Не хочу тебя огорчать. Да ладно, ты мне этим не огорчишь. Кто свистел? Слышь, кто-то свистнул. Нет, это не Дэст. Здесь не свистят. Опа, вот он. Ребят, подождите меня, я тоже хочу повоевать. Я заковырял одного. Да погодите, дайте мне Да блин, еще сзади подходит. Сзади, сзади еще херачит. Ковыряет. Осторожно, ковыряет. Блин. Опа. Вот надо было засранца подойти в задницу, в тыл. И убежал с очка на дрищ. Серега, дрищенок. Внимание мне показывает твой дисплей. Он требует от тебя внимания, для меня. Да. Типа не подключайся к этому засранцу. Кому там стреляешь? А, мне заковыряли. Да вон они же бегают. Убил. Что? Тоже стали снайперку взять. Тут, кстати, не знаю, мне сложно, кажется, снайперки стрелять. Почему-то я цели стреляю, и пуля вообще куда-то не туда летит, короче. Так, у меня снайперка М90. Да блин, да какой? Опять этот Серег, блин, он заколебал уже. Третий раз с тыла убивает, а? Так, как ты что, живой там? Нет, жду. Ну одного закрасил. Я на вертушке попробую появиться. Давай, я попробую с вертушки. Я на вертушке появился. Да блин, почему я на тебя нажать-то не могу? Ну я тоже вертушку получу. Я спрыгиваю оттуда. Да ребят, блин, вы чё там? Все, я приземлился. Да, да, блин, это урод. Тебе вот надо было. Одного убил. Одного убил. Я вот не люблю в снайперах. Только нацелишься, только хочешь выстрелить. И этот засранец отойдет на несколько миллиметров. Вон он где лежит. Короче, так, нам надо найти. Да, нам надо. Вау, какой отличный вид. Теперь я вообще всех составлю. Да не тряси ты вертушку. Пусть они на вертушке. Да. За рулем, да? Нет, я со снайпером. Mm-hmm. Чувак,
Бля, да не тряси ты вертушкой. Да мне тяжело попасть, ты что, не понимаешь? А здесь можно где-нибудь наверх, а, запрыгнуть? Очко наверх запрыгнуть. Пощел я отсюда. Я тоже. А, я сел за пулемет, блин. Чувак, привет. Ой, блин, на самом вражеской территории приземлился. Я промазал. Блин. Где тут кто? Что-то я никого не вижу. И полегче стрелять там. Так, мне надо позицию занять. Более выгодно. Потому что палюсь совсем по-крупному. Не по-детски. О, в водичке, пожалуй, я залягу. Это просто чики-пуки будет. Поставим сошки. Все, мы наготове. Примем ребор. Там я тоже хочу пострелять. Достал мне эту вертушку. О, Тайсон рядом приземлился. Да, какой там тенетник летает, короче. Давай, взрывайся. Опять скосом, чертов снайпер. Блин, меня гранату кинул, прикинь. Вон ты где сидишь, падла. Да как он убил ты меня, ну что ты? Вообще не понимаю, как это случилось. Что-то странное, когда это происходит. Все почкаем, сейчас все наладим мы. На Д, давай на Д. Да погоди, я вот думаю куда. Да мне тут позицию какую-нибудь выгодную занять. Стремные какие-то. У всех на виду. Да и жопу никто не прикрывает. О, отлично. С4 устанавливаем. С4? Ага, кстати, у меня тоже, по-моему, С4 есть. Тут вражеская вертушка летает. Залазай. О, хорошая позиция, вообще отличная. Я их обойду, короче, здесь. Да, точно, Bad Company, Вьетнам. Тут такие же какие-то грядки есть, водяные. Это рисовое поле, по-моему. Водяные грядки. Не спорь со мной. Рисовое поле. Пошли потихонечку. Я смотрел Rambo 4. Ага, сейчас как-то точно это, давай. Чуть не пойму, какие-то баги. Вот. Не нравятся мне эти баги вообще. Какие? Поэтому, да как-то бежишь, что-то раз, что-то дернется, что-то там. Ну я хорошую позицию начал, но что-то здесь никого. Тухляк. Да, давай на F потихонечку. Я на B бегу. Мне B ближе. Читаки, вы хоть к нему дописываетесь. Опа, чувачок. О, я пресную воду нашел. Попал, говнюк. Снайпер хрен. Так. Вот эта снайперка с одного удара меня вынес. Но я его потрепал. А я сразу в голову ему одному. Кто что? В голову, да. Он по мне стрелял, я по нему. Но он мне хп не потратил, а я ему прям хэдшот. Все, опять сидит там же, два сраня. Сейчас я его вынесу. Заковырял еще одного. Вон ты. Че ты там прыгаешь? Не прыгай. А, добили его. Вот уроды. Опа! Блин. Один меня все-таки тоже. Решил. А, вон он где стоит. Ты про че? Джанги 90. Так. Ты где живой там бегаешь? Ты есть живой, нет? Я, да, я снайперю. Где ты снайперишь? А, ты вон где. Ну-ка, живи. Живи. Живой, попал. Ты появился? Да. Ой, ё. Чё там, кто-то подошёл? Кто-то меня ранил. Ранен! Не бросай меня! Не бросай меня! Я заковырял чувака одного. Который меня стрелял? Да. Точно? Точно. Нифига не точно, вон он бегает. А куда он делся? Сзади, 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 сзади. Опа, сзади, сзади куча, сзади куча. Да меня убили уже, сзади.
Маяк ставить. Я думал, его убили, блин. Еще одного завалил. А, что-то мне как-то кинул странно. А, не, ну. А, меня заковыряли. Блин. Опа, меня оживили, прикинь. Прикину. Вражеский вертолет, я лопал, вставай быстро. А, кто хуже? Да, бесполезно. Опа, чувак. Попал. Надень потихонечку лечка. Это... Откуда сзади взялся? Вообще непонятно. Че же звуки вот эти вот сирены, мне это напрягает. А, да, тоже что слышу. Давай на А, что ли, появимся там. Не знаю, я на дельту пришел. Я-то еще живой. Опа, а зеленым фонарем по мне чувак стреляет. Блин, это у него... Где тут кнопка сесть? Это ты офигел с РПГ в меня. О, его заковыряли. Так, 9-8 нормально уже. Чё, блин, ну они какие-то вообще такие неадекватные. Дай-ка. Ты по кому-то стреляешь? Это ты? Нет, нет, нет. Нет, нет, меня уже загасили. Да здесь трудно, здесь места нет. Заснайперить. Ну да, здесь сложно. Очень сложно. Давай, придержись, давай. Я начать. Если заковырял. Что такое, что такое? Осупляющий, как бросил, прикиньте, здесь дрон. Возьми аптечку, поможет, да? Ну ты брось. Что так крикнуло, да? Возьми аптечку, поможет. Кто-то едет на мотоцикле, вон он. Где тут вертушка? Честно говорю, не знаю. Башкой где-то летает. Смотрите, ему сейчас крышкой. О, противогаз вали. А, это даже не противогаз. Ой, противогаз, блин. Баллон с газом, короче. Угу. Нас тут Е захватывает. Я на Г уже. Там что-то взрывается все к чертям. Как я промазал? О, ты тут появился? Нет, это не ты. Yeah! Получил. Убил снайпер. МГ захватываем, там люди бегут. Я не знаю, мы Е тут отхватывали. Воу, там какой-то самолет вообще. Тихо. Громадный, прикинь. На Д. Такой типа пассажирский. Пойду на квадрике прокачу, что ли? Чувака завалил. У меня, короче, классный дробовик. Он стреляет такими здоровыми патронами. А я думал, он дроби стреляет. Нет, вот именно. Где там войнушка-то все? Ну блин, его повалили. Добили. Куда бежать? Ты где? Давай на меня, на мне рейс спаси. Да я бегаю. Даже не знаю куда. Он на F кто-то. Ох, ни хрена себе, меня как убили. Я сейчас сдохну, нужна помощь. Блин, я только такую классную пушку нашел. Вообще буквально. Ты же здоровый там еще? Да. Живой? Давай на тебе какие-то появлюсь. Если это был. А, это не ты был.
цель что? Гольф? F. Вылет наш бомбардировщик. Блин. Как же так-то? Не потратил нисколько. А, это бомбардировщик. А, да, это здорово. Ты на нем летал? Я не умер. Так, ты живой? Да. А, вот он как там. Пошли за мной. Гади. Снайпер нужен. Вот там? А, он умер. Куда идем? Пошли вот сюда за мной. Вот сюда, он. Готов. Да. Я как нуб с этим, с подствольником бегаю. Вот, вот, вот тут. Нуб-то? Вот тут месиво какое-то. Да, здесь хороший месиво. Здесь без залечек где-нибудь. Так, куда пойдем? Не знаю. Шли на Б, пошли на Б. Здесь темно слишком. Вообще, вообще ничего не видать. Тут вообще освещение такое вот, такое сочное, яркое какое-то, вообще прям насыщенное. Я не знаю, может, я что-то перемудрил с настройками там. С конфигами с этим, с видео. Давай за мной. Вот тут тебе позиция хорошая. Там что-то творится странно. Ты за мной бежишь, нет? Да. А вон. Убил. Еще одного убил. Справа кто стрелит? Справа не вижу никого. Там наш тусуется. Давайте я вас прикрою тут. Хватай, птичка, опять один. А вон. Гнида такой. Жал. Думаю, его успели завалить. Он там нашего еще убил, прикинь. Машина приехал. Где? Он бежит под нами. В этот забежал, где ты убил. Да-да-да, все убил. Блин, наш тут стоял, прикинь, ни разу не попал в него. Все отлично, пошли следующую точку захватывать. Какую? А, вон, С. Какой С? Где? А, ага. Все. Вон она, слева, от Б. Идем, 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 идем. Там, кстати, противник захватывает ее. Так что готовься. Окей. Да что ж лаги-то, а? Какие-то лаги, короче, вообще прям существенные, заметные. И то ли сервер лагает, то ли что, вроде бы как бы с управлением нет проблем, но бежишь, а он, а ты живой еще? Да. Ну-ка, живи. Угу. Что-то я никого из них не вижу. Тоже. Опа, сзади, слева, вон он. Блин, с другой стороны убили. Они там, короче, твари вот так вот из-за камней выглядывают слева. Убили. Убили? Я вот там возражусь с чуваком, выглядишь на моем. Давай месте. Со мной возражусь. Все, я вот появился. Слева, да, вон так. В камнях сидят где-то. Вон, вижу. Одного кончил. Да блин, замучивается, сушки стоять. Вон на мотоцикле. Да, проехали. Да, да, да. У меня замучил уже сушки стоять. Блин, ты залезь, ты меня не запрыгивай. Да, тут баг куча маленьких. Тут спрыгнул. Кто-то да, 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 да. Загасил. Да как же я им в голову стрелял-то, так и не попал, блин. Да, возражайся, тут все пучком. Да я еще живой. Тихо, тихо, кто там? Блин, вон он. По карте главное вижу, только оглянулся, меня убили. У меня еще что-то неплохое, слушай. Так. Там веселуха какая-то. Не, я уж что. Воу, думаю. Туда стреляют прям эти. С какого-то мощного оружия. Давай направо. Там, да.
Я за тобой сзади. Да-да-да-да-да, сейчас ты в тыл к ним выйдешь, они того тут трутся. Кто-то кого-то оживил возле нас. Есть одного. Ого, там. Блин, он сошки замучил, старик. Еще одного, а вот. Помощь, если кто их убивает? Фиг его знает. Все мои килы. Снизу. Вижу. Да блин, кто его убил? Вообще лагерь. У меня этот... Оружие зависло, короче, прикинь. Не достается, вот осталось. Да откуда ты стреляешь такой? Я спалил, вон они где стоят. Да как же так-то? Убили? Блин, да. Да ну ладно. Стрел даже нет, не потратилось на хп. Ну-ка пин какой у меня? Пин 58. Чего не надо? Так, вот возражайся с нашими чуваками. Да, здесь тяжеловато попасть. Плюс еще замочу, видите, сушки стоят вообще. Мне, блин, двоих сразу, прям, со снопы. Лихо. Мне, блин, в Дейс легче прицелиться и выстрелить, чем тут. Ага. Он там где-то из-за дерева стреляет. Все, по-моему, все прибежали. Да, что-то наши тут как собак не... Он слева, 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 вижу. Слева. Есть, попал, добили его. А там же ты сколько на него смотришь. Слева опять, где вражеский вертолет, там приземлился что-то. Творится. Вон он. А, это мы на мотоцикле переехали. Так, мне кажется, сейчас будет зайц заходить, а их тут будет терпеть ждать. Не, не слышу. А у меня здесь клемор. Правда, тут чушь какая-то, твои тоже рваются на нем. А, это, по-моему, на хардкоре. На хардкоре, да. Прикиньте, сделали даже на клемор, что твои взрываются. Ты напомни, что такое клемор? Мина. С этими. С инфракрасными. Вот пробегаю сейчас, а ты ее увидишь что-то. Где я ее поставил. Воу-воу-воу-воу. Вообще его не видать в темноте. Убили. Гранату кинуть. Мне точно. Отбегай, отбегай. Да отряди, чего там граната, балбес. Его убил наш чувак. Вау, темнота. Да, здесь нас не заметит. Я моя, кстати, возрождение там оставил. Все, походу, там. Отвоевали. Да, сейчас выиграем. Все, выиграли. Ну что, давай на этом заканчивать. Ну да. Надеюсь, вам понравилось. Мы сняли на Battlefield 4, да? На эту каловую игру. Что-то, да. Я не знаю, я вот вообще с ней еще не разобрался, ни хрена просто. Я тоже. Я кто это еще не привык? Какие-то баги, вот вообще не пойму. Я вроде стреляешь, а он не туда. 6 к 13. У тебя 22 от 14 на 1000. Ну, все равно это не то, не то все равно пока что. Да, да. Ну, ясно. Давай прощаться, подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. До скорости.